Votul uninominal dă posibilitate reală cetățenilor să decidă pe cine trimit ei în Parlament. Să nu mai voteze liste de partid, în spatele cărora se ascund uneori persoane anonime, incompetente. Плохотнюк идет на это, чтобы остаться у власти и продолжать контролировать Молдову, пока он не состарится. PD intenționează să schimbe sistemul proporțional în unul uninominal, iar acest lucru nu înseamnă altceva decât menținerea Partidului Democrat la putere cu orice preț. În cazul unui asemenea sistem, PD îi va fi ușor să obțină majoritate parlamentară prin fraudă, corupere și șantaj. Похотнюку сегодня очень дорого содержать весь этот коррупционный аппарат и это коррупционное большинство, которое сегодня есть в парламенте. Потому что все они не живут на зарплату, помимо того, что они брали деньги за выход из той или иной фракции, значит, эти депутаты еще, поверьте, получают еще очень серьезную зарплату в конверте. Я сегодня предлагаю, значит, нужно обязательно организовать круглый стол с участием всех оппозиционных партий, значит, и принять какое-то решение и от имени всех партий его обозначить. Так будет правильно. Будет решение, выходим на протест, то выходим и объявляем дату людям.